Друзья, всем привет! Настало время собирать грецкий орех. Сейчас мы посмотрим, почему оно настало. Ну, во-первых, видите, вот они. Этот плохо полопался, но начинает лопаться. Вот этот уже хорошо полопался. А этот вообще раскрылся. Орешек можно вот так рукой взять. Дальше. Смотрим, попадало. Вот, видите, уже можно его никаких усилий не прикладывать, просто собирать. Ну вот, поэтому и настало время собирать орех. Мы, как всегда, в это время плюс-минус неделя туда-сюда. Вот прошли дожди, и вот смотрите, как он пораскрылся. Его надо собрать, но после того, как собираем, мы его еще просушиваем в сушильной камере. А так вот, уже вот он весь полопался. Сейчас будем потихоньку собирать с супругой. Посмотрим, что насобираем в этом году. Еще фундук до конца весь не собрали. Частично есть фундук. Но уже пора и грецки собирать. Все, друзья, сейчас дальше будем смотреть, что получится у нас. Друзья, ну, как всегда, показываю каждый год, насколько вырос ствол. Вот смотрите, какой обхват нашего ореха основного. Вот ветка от него, отец мой говорит, срежьте ее, она как пасынок. Но на ней тоже орехов много было. Сейчас только собрали. Ну, вот смотрите, какой ствол вырос. Каждый год я его показываю. Все крупнее и крупнее становится дерево, растет. Кормит нас орешком. На весь сезон хватает. От урожая до урожая. Это, друзья, наш годовалый орешек. Идеал сорт. Тут не знаю, какой сорт, а это знаю. Вот так он вырос за год. Ух ты. Сейчас мы его с другой стороны. Ну, орех белый, вот он. Белый весь, чистый, хороший. Вот такой вот орех. Просто неаккуратно, я, конечно, разломал. Но орех хороший, чистый, белый. Друзья, мы вот собрали, сколько получилось урожая. Процентов 20-15 осталось на ветках. Но ведь на высоких мы туда не долезем, они сами попадают, если их глисты не склеют. Вот хотел показать, вот так они их выдалбывают. А сегодня первый раз один такой деловой борзый попался, клёст. Я на дереве сижу, он меня пролетел, выгоняет. Я его выгоняю, он чирикает на меня, чуть ли не нападает. Ну, гнезда там нету ихнего. Если и было, там уже птенцы, наверное, повыросли. Ну, они туда обедать, короче, приходят. И вот так вот все выбирают под ноль. Люди говорят, что это не йод, но пахнет йодом. Жень, подойди сюда. Вот есть орехи, которые не раскрылись. Если не раскрылись, мы их вот так раскрываем. Так ножом раз и два. И он, вот он, очищенный, легко раскрывается во все стороны. Здесь вот ящик получился у нас почти чищенный. Здесь все зеленые и там наполовину. Будем чистить, сушить. Ну, обычно нам хватает на сезон нашей семьи из 5 человек. И чуть-чуть там угощаем родственников. Вот так вот, видите. Но руки вот они желтые. Я не знаю, люди говорят, что не йодом он пахнет. А по мне так пахнет йодом.
Говорят, что вот с этой шкурки можно тоже что-то как полезное делать. Настойки какие-то. Люди алкогольные напитки делают. Но я не пробовал, не знаю. Никаких таких рецептов не буду говорить. Все, что собрали, вот такой урожай, 2021 год. Всем спасибо. Всем пока.